Интересно, что они в подавляющем большинстве не присоединились к санкциям Запада против России. Во-вторых, наши взаимоотношения целого ряда организаций, объединяющих и непосредственно Латинскую Америку, и страны Карибского бассейна, и целый ряд других различных общественных организаций, мы со всеми выстроили очень серьезные взаимоотношения. Мы выстраиваем отношения на двусторонней основе. Колоссальный интерес к БРИКС. Дело не только в Бразилии и Аргентине, которые сейчас уже участвуют в этом процессе. Много стран, таких как Венесуэла и многие другие, они хотят войти в БРИКС. И соответствующим образом это совсем другая конфигурация. И постепенно, хотя есть целый ряд стран, которые следуют американской политике, политике Соединенных Штатов, на сегодняшний день четко понятно, что больший разворот латиноамериканских стран в сторону России. И именно в сторону России.